Привет, у вас. Нет, это не является взаимными чувствами. Это скорее является такой достаточно формализованным ответом. Вот. То есть это такой, знаете, вот, ну, позитивный ответ. Но это больше связи формально. О взаимности чувств тут ничего не говорит, к сожалению. Простите. Вот. Значит, это то, что касается, значит, наличия или отсутствия взаимных чувств. Но меня больше интересует, наверное, вопрос о том, как вы воспринимаете человека. То есть вот если вы говорите, например, что вы его любите, допустим, да, если вы его любите, то как проявляется ваша любовь, что она представляет из себя, ваша любовь, то есть как она выглядит, и по какой причине вы прям вот, ну, совершенно очевидно, да, что вы хотите, чтобы, ну, чтобы человек вас любил, я так понял. То есть вы прям в этом нуждаетесь достаточно сильно. То есть вопрос заключается в том, насколько вы действительно его любите, мужчину, а не, там, к примеру, нуждаетесь в нем, а не, к примеру, чувствуете свою зависимость от него, потому что это абсолютно разные вещи. Вот. Если вы от человека зависимы, вот, если вы зависимы от человека, то с зависимостью вашей можно будет бы работать. Именно с зависимостью, то есть с потребностью. А если это действительно любовь, да, вот, то, ну, в таком случае, я полагаю, что ваш вопрос, он излишний и неуместный, потому что если бы человек вас любил, он бы уже давно проявил свою любовь, а если вы его любите, то все, что вам нужно сделать, это, значит, предоставить ему то, в чем он нуждается. То есть просто дать ему то, в чем он хочет. Давать ему то, чего он хочет. Вот так. Александра, пока я думаю, что вы живете иллюзиями. Пока я думаю, что вы
пытаетесь видеть то, чего нет. Я, конечно, могу ошибаться. Вот, я очень надеюсь, что я ошибаюсь, но пока мне видится история именно такой. Вот. Понимаете, то есть любовь девушки к мужчине не означает, что мужчина должен ее любить. И поздравление, точнее ответ на поздравление, ни в коем случае не может означать, что у него есть взаимные чувства. То есть это не может исключать наличие взаимных чувств, но и подтверждать их тоже не может. Вот так можно вам ответить. Надеюсь, что это было полезно. Если вы мучитесь и страдаете, то, соответственно, обращайтесь за помощью. Будем рады вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если вопросы какие-то остались, тоже обращайтесь. Всего вам самого доброго и удачи!